Здравствуйте, друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Виолетта, агентство недвижимости Vita & Mlag. Я сейчас нахожусь в очень уютной квартире в районе Тумюк в жилом комплексе Лавиния 1. Эта квартира продается. Продается она с мебелью и с техникой. Хозяин обставлял все для себя, но так сложились обстоятельства, что он вынужден сейчас продавать свою квартиру. Сделано было все с любовью. Вот, для себя любимого. Поэтому, друзья мои, я думаю, что вам понравится эта квартира. Это квартира планировки 1+1. Жилой комплекс Лавиния находится в 450 метрах от прекрасной набережной пляжа. И здесь в промежутках между зданиями даже видно немножечко море, и вы можете понять, насколько близко она находится. Это оживленная часть района Тумюк. Здесь очень развита инфраструктура. Здесь рядом находится магазин Мигрос буквально в 100 метрах, банкоматы рядышком буквально в 50 метрах, есть заправка. Прямо в 20 метрах находится магазин А101, рядом овощная лавка. В общем, все, что нужно для жизни, здесь рядом, в пешей доступности. Также вы можете выйти на трассу D400 и сесть на любую маршрутку, любой автобус и добраться до центра города буквально за 30-35 минут. Ну а до района Ердемли здесь буквально 7 минут на маршрутке. Давайте смотреть саму квартиру. Я думаю, она вам понравится. Поехали! Это квартира планировки 1+1, она находится на 4-м этаже. Окна в этой квартире выходят на южную сторону, то есть смотрят на море. Мы находимся в прихожей. Кстати, площадь квартиры 58 квадратных метров. Достаточно просторная квартира планировки 1+1. Зона прихожей выложена, как вы видите, у нас такой крупногабаритной, мраморной, сверкающей плиткой. Здесь установлен шкаф от застройщика с зеркалами. Вот такие вот есть полочки для декора. Есть подвесная консоль. Справа от меня находится санузел, который у нас снабжен всем необходимым. Вот мы видим, здесь установлен шкаф над раковиной с зеркалом. Вот такая вот тумбочка под раковину. Сама душевая кабина. Давайте посмотрим. Здесь у нас есть проточный водонагреватель, а также хозяин позаботился о том, чтобы установить специальную систему. Вот она прям встроена в кран, и вот таким вот образом она нагревает воду. Воду может нагревать до 90 градусов. Чем больше там вы прибавляете, тем она у нас теплее становится. Я такой первый раз вижу оборудование. Очень-очень-очень, я думаю, будет полезно, функционально. В общем, вышли мы с вами из прихожей. Здесь у нас находится спальня, мы еще посмотрим ее. Но начнем, конечно же, с кухни и гостиной. Кухня и гостиная у нас совмещены. Я думаю, многие из вас знают этот комплекс, знаете, какие здесь планировки. Давайте посмотрим мебель. У нас здесь в таких серых тонах. Очень нравится мне фартук с орнаментом. Белые фасады и черные матовые ручки очень современно смотрятся. Хозяин здесь уже установил вытяжку, газовую панель, духовой шкаф. От застройщика здесь хорошего качества мраморная столешница. Кухня у нас такой вот буквой П установлена, да, здесь много разных шкафов, много мест, где вы можете спрятать свою кухонную утварь. Установлено такое вот оборудование электрическое, которое нагревает воду. И здесь вот таким вот движением вы можете нагреть воду до 90 градусов. Вот. Это очень экономично. Вот хозяин сказал, что у него в месяц примерно выходит при регулярном использовании 90 лир в месяц. Это вообще копейки, друзья. Поэтому будем иметь в виду. Я прям себе на заметку взяла даже. Также здесь удобный есть обеденный остров, где вы можете вот так вот поужинать, позавтракать. Обеденный остров, он визуально разграничивает пространство между кухней и гостиной. И вот мы сейчас с вами плавно перемещаемся в зону гостиной. На полу у нас здесь достаточно хорошего качества ламинат. Это даже видно визуально. Я думаю, можно немножечко так показать. Что у нас здесь есть от хозяина, какая мебель, мы видим, здесь у нас есть консоль достаточно вместительная, вот. Ну, все элементы декора также остаются. Вот такой вот журнальный столик, достаточно удобный раскладной диван, также создают уют детали, здесь все обставлено со вкусом, очень красиво сочетаются цвета, здесь есть вот такие вот картины.
Торшер тоже вносит такую вот атмосферу уюта. Ну и хочу обратить внимание, что здесь есть, в каждой комнате есть кондиционер фирмы Арчелик. Все мы знаем, что фирма Арчелик — это такая достаточно хорошая, известная фирма в Турции. Местные жители доверяют именно фирме Арчелик. И здесь таких кондиционеров у нас два в каждой спальне. В общем, квартира полностью готова к проживанию. Можно просто приехать со своим чемоданом и жить. Вы можете здесь наслаждаться летним отдыхом, потому что здесь классная инфраструктура. Я сейчас вам покажу все, если вы еще не знаете. Здесь есть бассейн с аквапарком. Пойдемте посмотрим. Беседки для отдыха, мангальная зона. Но самое главное, что здесь рядом находится пляж. И вот мы с вами вышли на балкон через большое панорамное окно, которое вносит много света и простора в нашу квартиру. Вот, достаточно большой здесь балкон. Хозяин здесь поставил вот такой вот столик, три стула. И здесь мы видим красивую территорию. Вид на очень красивую территорию комплекса. Посмотрите, как все это прекрасно смотрится. Здесь еще работает бассейн, несмотря на то, что у нас уже конец октября. Да, бассейн еще работает, видите, вода не слита. Очень красиво озеленил застройщик территорию, много разных кустиков, пальмы, цветы, клумбы, газон. Все это прям так мило, уютно смотрится. Смотрите, у нас здесь есть волейбольная площадка, есть детская площадка с прорезиненным покрытием, есть фитнес-зона вот с такими тренажерами. Есть беседки для отдыха, вот их две у нас здесь, они достаточно такие большие, просторные, можно собраться с друзьями. А также есть две маленькие беседочки вот там вот, в мангальной зоне. Помимо всего прочего, конечно, здесь установлен генератор полного цикла, то есть когда вдруг, если в городе выключили свет, он автоматически включается и подается электричество во все квартиры, в подъезд освещается территория. Вот если мы встанем сюда, вот здесь вот два больших таких достаточно кусочка моря, причем они не застроятся. Конечно, это не прям вид-вид на море, но тем не менее приятно будет видеть вот кусочек моря с пальмами. Вот, я думаю, даже видно будет, когда к этому кораблики проплывают. И мы можем понимать, насколько близко вот по этой дороге, если вы будете, или вот по той, скорее всего, будете идти, это метров 400, да, прекрасного пляжа в районе Тумюк. Друзья мои, все, что вы видите на видео, все это входит в стоимость квартиры, за исключением вот этого кресла. Хозяин сказал, что оно ему очень дорого и что он его увезет с собой. Прежде чем зайти в спальню, хочу обратить ваше внимание, какой современный, красивый здесь установлен холодильник фирмы Bosch. Он такой вот матовое покрытие, серебристый, очень лаконично вписывается в интерьер квартиры. Ну и фирма Bosch — это очень хорошая фирма. Давайте смотреть спальню. Спальня здесь на самом деле очень просторная. Мы это можем с вами все это оценить визуально. Хозяин установил мебель так, как ему нравится. Вы все можете здесь переставить на свой вкус. Можете установить, например, шкаф здесь большой такой вот встроенный до потолка, чтобы у вас здесь побольше вещей уместилось. Вот здесь двухспальная кровать у нас уже установлена, абсолютно новая. Хозяин здесь недолго жил. Здесь у нас будут тумбочки, можно установить прикроватные, то есть еще позволяет место. Есть гладильная доска, утюг и, конечно же, есть у нас кондиционер фирмы Арчелик также. Также остается вот такой вот беспроводной пылесос. Вот, в общем, квартира вообще готова к заселению. Приезжайте и живите, наслаждайтесь отдыхом, наслаждайтесь купанием на море. И мы вышли с вами на технический балкон. Технический балкон у нас вот такой вот прямоугольной формы. Здесь у нас установлен блок от кондиционеров. То есть там на балконе не будет нагнетаться горячий воздух. Все это будет здесь, это техническая зона. Вот, и также здесь есть у нас стиральная машина, достаточно хорошая современная стиральная машина. Я думаю, что квартира достойна вашего внимания, тем более она по очень-очень горячей цене. Цена этой квартиры 65 тысяч долларов, друзья мои. Если вам понравилось предложение, пожалуйста, связывайтесь со мной. Все контакты находятся в описании. Также есть там контакты наших менеджеров, связывайтесь с нами. Я уверен, что это горячее предложение, и оно очень-очень быстро найдет своего хозяина. Также хочу напомнить, что в этом комплексе у нас есть сауна, хамам, причем две сауны и два хамама. Есть мужской отдел, есть женский отдел, все это работает, особенно зимой, люди активно пользуются. Уже начали газифицировать район Эрдемли, и уже совсем скоро в районе Тумюк также будет отопление. А
Застройщик позаботился заранее и заложил все газовые коммуникации. Здесь есть выходы от батареи, вот они. И вы, когда проведут газ, можете при желании купить себе здесь радиаторы и еще и отапливать в редкие зимние холодные, которых вообще не бывает практически в Мерсине, дни, можете пользоваться газом. Друзья мои, мы очень стараемся, чтобы наши видео выходили регулярно и они были интересные, поэтому поддержите нас лайком, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий интересный видеообзор. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего, с любовью из Мерсина и Шанслар!